Кубинские избиратели поддержали принятие нового семейного кодекса. Он легализует браки между гражданами одного пола и суррогатное материнство. На состоявшемся референдуме за проект высказались почти 67% проголосовавших граждан. Президент Мигель Диас-Канель приветствовал результаты плебисцита. «Любовь – это уже закон», – написал он в Твиттере, отметив, что несколько поколений кубинских мужчин и женщин ждали принятия нового кодекса, чтобы реализовать свои планы. Новый закон также предусматривает усыновление детей однополыми парами и запрет детских браков. Есть в документе и статьи, касающиеся борьбы с гендерным насилием. Нынешняя версия семейного кодекса широко обсуждалась населением Кубы. С февраля по апрель в стране было проведено порядка 80 тысяч митингов. Явка на референдуме превысила 74%.